Раз, два, три, четыре, пять. Всем доброго вечера, дамы и господа. Вы знаете, сегодня я хотел бы остановиться на том, что в каждом жанре игр есть какие-то незиждимые, постулативные примеры того, к чему мы привыкли, и того, что принято считать, в принципе, каноном. Если бы меня спросили в далеком 2006 году, как я представляю себе шутер от третьего лица, я, наверное, ответил бы, что я представляю его себе как игру. На тот момент очень-очень сильно мне понравившуюся, это Gears of War. «Шестеренки войны», история про спецотряд бравых спецназовцев во главе с Маркусом Фениксом. Прошло много лет, мы все уже не молоды, как и главный герой первой части. Ведь именно его мы видели в конце демонстрационного ролика Gears of War 4. Огромное количество людей уже показало и постримило для вас эту игру в части именно профессионального стриминга. Сегодня вы увидите стриминг непрофессиональный, то, к чему вы привыкли, то, зачем вы приходите на этот канал по вечерам, потому что стримы здесь бывают именно вечерние. Низкий вам поклон за это всем. Вы молодцы. Так, что же у нас происходит? Давайте с вами посмотрим. Что-то какая-то... какая-то ерунда происходит. Стрим-то вообще работает? Для кого я тут вступление давал? Так. Чё-то всё... Все, по-моему, лежит. Раз, два. У меня Good Game не открывается. Так. Что это такое? Так. Так, вижу сообщение Фибоначчи. Почему-то сообщения смещены, ребят. У меня в моем чатике как-то смещены сообщения. Фибоначчи присутствует на трансляции. Фибоначчи, а ты не подскажешь? У меня они как-то перекосились. Михаил подошел. Миша, не подскажешь? Перекос есть небольшой. Я непонятно, кого читать. Вот видишь, пишет Майкер, а под ним сразу Кей. И кто написал, непонятно. Тут вот пустая строчка. Как поступить, Миш? Убрать галку? А, давайте разбираться тогда. Подождите, ну, ребят, я выпал из социального поля. Сейчас мы сначала настроим. Подождите, убрать галку, да? Не показывать иконку бана. Здорово. Блин, спасибо за подсказку. А как-то закрыть теперь? А, вот, закрыл. Так, а теперь как отформатировать по левому краю? Подскажите, пожалуйста. Низкий поклон за новый сайт. Очень круто работает, просто непонятно как. Сейчас надо научиться. У меня ацетилхолин не в достаточной мере вырабатывается после рабочего дня. Сегодня согласовывал нормативные документы. Немножко нужно разбираться. Кстати, в части IT тоже. Таблица лучше, кстати, по елочкой. Таблица лучше, кстати, чем елочкой. Опять в настройках поменять. Так, выравнивание таблицы. Нет, надо разобраться, мужики. Так, выравнивание таблицы. Вот так вот, да? Таблицы лучше, вы говорите. Нет, нужно узнать лучшие практики. Потому что сайт меняется для вас. Он меняется к лучшему каждый день. И действительно все хорошо. 15 человек у нас уже на трансляции. Низкий поклон. Так, все работает. Теперь по сайту подскажите. Сейчас попробуем так обновить. Значит, Gears of War настроил здесь. Здесь все настроил. Так, тут поддержать. Не, подождите, а где
Что-то все как-то переместили немного, да? Что это? Что происходит? А, это какие-то комментарии. А комментарии к каналу тоже изменились, да? То есть это... Они раньше другими были. Там вообще другие комменты были. Вот этот коммент был в топе, но решили, значит, вот этот коммент повесить, да? Ладно, это, видимо, кто-то перестарался. Угу. Ладно, непонятно, непонятно. Ну, спасибо. Спасибо. Все здорово. Так, теперь перемещаем это на второй монитор, чтобы... Так, теперь мне нужно уменьшить вас. Так, сейчас попробуем. Что-то у меня все отвалилось опять. Ребят, чат сегодня буду мониторить также внимательно. Но парсер работает немного не так, как всегда. Немного что-то изменилось. Ну ладно, это все поправит. Это все поправит, я думаю. Гиби, привет. Пиджей, привет. Всем здравствуйте. Сейчас, ребята, у нас 15 человек уже на трансляции. По парсеру. Отлично его сделали. Soul Premium активировал. Спасибо большое, Soul. Сейчас я кофе поставлю, сварю, и я только просто работаю. Разбираться будем дальше. Гаррет, приветствую тебя. Если есть возможность, сообщи, пожалуйста, Йофи, что я пока не запускал игру еще. Я бы не хотел нарушать как бы вот этой вот священной тайны. Я поиграю обязательно с ребятами в мультиплеер. Мы будем делать огромное количество стримов по мультиплееру. Но в данный момент хотелось бы как бы начать. Йофи сегодня целый день стримит. Я заглядывал краем глаза, но он наверняка может дать какой-то спойлер или что-то еще. Это опасно, понимаешь, Город? Опасно в этой части. Я побаиваюсь спойлеров, особенно в тех играх, которые я очень долго жду. Я вот не знаю, почему, например, главный герой теперь выглядит не как брутальный, ну не знаю, десантник сэры, а как будто он у бабушки на даче поел беляшей нормально так, на массе, то есть типок. Но это мы разберемся. Может быть, просто в часть завезли новые бритвы Джилет, как вариант. Финочка, а это называется диверсификация. Алексей таким образом привлекал тебя. Он привлекал тебя для просмотра своей трансляции, но ты все равно осталась верна непрофессионалам.
Итак, еще раз всем здравствуйте, дамы и господа. Сегодня у нас тематический вечер стрима по игре Gears of War. Вы прекрасно знаете, что ранее мы осветили первую часть, и вы ее посмотрели. С Номичем допрошли ее. Эту часть будем также проходить вместе с вами в коопе. Но я думаю, что нужно будет как-то игроков все-таки разделить на тех, кто уже успел поиграть в игру, и тех, кто, как я, будет играть первый раз. Я чрезвычайно занят по работе, но, тем не менее, переехал даже поближе для того, чтобы успевать проводить трансляции, потому что угрозы в личку, они уже как бы перевалили определенный порог, и совершенно конкретные угрозы поступают на разборки за гаражами на отвертках, вот чего, конечно, я допустить не могу. Санич подошел у нас. Санич выполняет роль бета-тестера. За новый сайт я хочу отдельно поблагодарить офис в Белгороде, потому что коллегиальная этика это... Лички нет, нет, личка ВКонтакте есть, Михаил. Есть социальная сеть ВКонтакте.com. Там есть личные сообщения. Этот функционал был реализован еще на старте данного проекта. Вот, и конвергенция с личными сообщениями. Есть специальный парсер, который забирал их у меня. Ну, на питоне был написан специальный парсер, который забирал их из лички ГГ и транслировал туда. Там накопилось около 500. Вот, поэтому как бы здесь, понятное дело, что на Good Game теперь все немного иначе, но несмотря на это, все происходит именно в таком ключе. Вот, что хочу сказать, сейчас пока готовится кофе, трансляции будут идти до того, пока я не пройду игру, это будет по вечерам, как всегда, вот в рамках наших встреч, потому что это даже стримами не зовешь, это некие встречи, так как канал уже давненько находится в инактиве. И PJ, согласно последним событиям, поддержал канал на сумму в 200 рублей. PJ, спасибо тебе огромное, поддержка это крайне... скажем так, не обязательно, но очень мотивирует, потому что игры стоят денег, для никого, ни для кого не секрет, что все это выделяется из скромного семейного бюджета. Поэтому как-то так, очень благодарен, конечно, всем. Немного какая-то странная статистика, правда. Я немножко не понимаю, что происходит. Как-то перекосилось все. Ну, наверное, я задам вопрос Михаилу на эту тему, почему так. Скрэппи, привет. Странная какая-то статистика. Миша, а все правильно со статистикой канала? В части именно дохода. Мне кажется, что какие-то неправильные цифры. Я смотрел на нее буквально вот 3 минуты назад, перед тем, как отходить, она была другой. Я не знаю, видимо, нужно будет разбираться отдельно там с примерами. Просто пришла поддержка на 200 рублей, я объясню. Смотрите, давайте разбирать лог. Вместе, может быть, мы разберемся в этой загадке. Смотрите, помните, пришла поддержка 200 рублей, вот 200 PJ. В чате отображается, ну пока кофе готовится, можно посмотреть. В чате отображается тоже. Тут уже как бы чат почему-то у меня не пролистывается, не знаю почему. Пролистывается здесь. Здесь сохранились логи в моем парсере. В чате Good Game он не пролистывается. Ну тоже непонятно, добавили. Смотрите, 200 рублей, да? А тут у нас появилась сумма в 30 тысяч. Ну то есть это явно какая-то фигня непонятная. Такого не должно быть. Канал давно уже не приносит подобных доходов. Доход за сегодня 229. Откуда здесь 30 тысяч, не ясно. Вероятно, какая-то ошибка произошла. Я не знаю, с чем это связано. Миша перепроверит. Но всего дохода там было на самом деле, если можно посмотреть. Отчет по финансам же есть. Давайте посмотрим там с какого числа-то.
Давайте 01.09.2016. Ну вот доход, вот это правильный доход. Вот это вот с 1 сентября. Очень, кстати, удобный модуль. Вот эта цифра явно ошибочная. Нужно написать в отдел compliance и финансовых рисков Goodgame с предоставленными скринами. Но поскольку я человек честный, мне не нужны лишние деньги. Соответственно, мы используем калькулятор для подсчета правильного дохода канала. Из 30 тысяч рублей, даже 3, ну тут вычитаем 7395 рублей. Получаем 22 тысячи лишних рублей. Непонятно, как это получилось. Очень непонятно. Подоходный налог, конечно, платит Goodgame. Мы стали свидетелями странной фишки. Не уверен, что это было документировано в патче к сайту. Нужно разобраться. Попробуем обновить, может быть, уже починили. Нет, смотрите, больше денег стало. 88 рублей откуда-то появилось еще. А, Алексеич поддержал на 100, упало 88. Но это бьется. Это бьется со здравым смыслом. Так, попробуем обновить. Вывести не работает. Давайте проверим. Нет, работает кнопка вывести. Могу вывести. Нет, ну это делать, конечно, не нужно. У нас есть честная цифра. Вот эта цифра неправильная. Это фрод. Я обращусь в отдел комплаенса и рисков Goodgame. Огромное спасибо за реальную поддержку. То есть вот это реальная сумма. Вот эта сумма, которую показывает сайт, она не совсем реальная. Поэтому нужно понимать, что мы работаем с вами в правовом поле и информационном поле Goodgame, и тем более портал отечественный, мы должны вести себя правильно и отчитываться за те деньги, которые приходят на канал. За каждую копейку нужно отчитаться. Так, пока захват поправим, я надеюсь, жалоба уж уйдет. Кирилл, я считаю, что это неправильно. Это какой-то баг. Видео с Игромира будет в самое ближайшее время. Ребят, тратим огромное время на переводы. Я сам переводил ролик с поляком, точнее писал к нему субтитры в эти выходные. Поэтому будет все в ближайшее время, не совсем. Винни, нет, я такими вещами заниматься не буду. Локи поддержал канал на сумму 1 рубль. Наверное, выполняется тест в данный момент. Давайте покажем экран снова, потому что Локи выполняет тест. Ой, у меня все скрылось. Очень любопытно, почему так произошло. Откроем на всякий случай 2-5 момента. Две истории. 1 рубль, да, все честно. Локи молодец, оперативно поправил. Отдел фрода работает. Действительно, низкий поклон. Как вы видите, сумма стала та, которая должна. И финансовые аналитики с 1, если брать с 01, условно говоря, 09.09.2016 по сегодняшний день, мы с вами видим правильную корреляцию двух цифр. То есть то, что было, то и есть. 1 рубль расхождения, видимо, пока он не обновился. Поэтому еще раз всем огромное спасибо. Очень удобный, на самом деле, модуль. Можно следить за финансами. Профессиональным стримерам он будет очень полезен. Непонятно только, где здесь оборотно-сальдовая ведомость для предоставления в... А, предоставляет Нефанда. Это да. Оборотная сальдо по Goodgame в 1С все ведет Нефанда. Да, там уже обсуждался этот вопрос. Вот. Локи, спасибо огромное. Все поправил.
Так, ребят, я метнусь за кофе, потому что работа все-таки немного затуманила разум. Нужно восполнить. Партизан, приветствую тебя. Партизан, дело все в том, что есть несколько методологий запуска IT-продуктов и, самое главное, запуска программного обеспечения. Методология, по которой работает Good Game, это методология разработки, называемая Agile, разработка в маленьких группах. Программисты собираются для коллаборации и, соответственно, уже под управлением тимлида группы. Не как это было в Waterfall, да? То есть вот эти все истории с Waterfall мы все с вами прекрасно знаем, потому что люди опытные в IT и много лет работаем в различных сферах. А офис в Белгороде позволил не только выстроить команду профессионалов. И говоря профессионалов, я не говорю с сарказмом. Я просто сейчас размешаю кофе. Вот, он позволил запустить сайт, который не имеет аналогов. Который не имеет аналогов и действительно занимает топ по нише среди всех. Это важно. Ну, давайте начнем. Gears of War 4, дамы и господа. Я всегда буду ратовать за Good Game, потому что Twitch — англоязычный ресурс. Сегодня-завтра его закроют по очередному распоряжению Роскомнадзора. Сайты закрываются каждый день. Как сотрудник телеком-отрасли, многолетний сотрудник телеком-отрасли, я могу сказать, что положение у любого сайта иностранного в РФ очень-очень шаткое. Поэтому Good Game идет в правильном направлении. Ледокол. Я же сказал, без сарказма. Поехали. Давайте посмотрим эту замечательную историю. Добро пожаловать в Gears of War 4. Спасибо за интерес к игре. Встречайте Gears of War 4 в раннем доступе. Все сотрудники The Coalition благодарят вам за интерес к Gears of War 4. В течение прошедшего года вашим энтузиазмом и поддержка помогли вам сделать лучшую игру в серии. Лучшую игру в серии. Обалдеть. Это громко сказано. Слушайте, но это действительно очень серьезное заявление. Давайте посмотрим дальше. Мы будем рады... Да дайте почитать-то, ё-моё. Мы будем рады узнать ваше мнение об игре и услышать о ваших любимых моментах. Вы можете связаться с нами через форумы gearsof4.com, Twitter gearsof4 или поискав gearsof4 Facebook. Для gearsof4 появится много дополнительного контента. Увидимся в сети. Coalition. Я пока могу неправильно отзываться об игре, потому что я привык к Доминику, привык к Колу, к Брейду, черт возьми, я привык. Я не привык к няшной девочке в шапке. Я привык к Кане. Пока вы меня не убедили, что это лучшая игра в серии. Gears of War, The Deluxe Airdrop. Камаил, привет. Ребят, всем здравствуйте еще раз. Санич, я не знаю. Давай потом выясним, Саш. Разберемся в личке. Там напишем, разберемся. Сейчас, наверное, по игре будем больше.
Так, награды за верность. Вы очень высоко ценим сообщество Gears, мы. Поэтому мы хотим отблагодарить вас за верность и любовь к игре. Если вы играли в предыдущие игры серии и обладаете золотым статусом, либо обладаете серебряным статусом и заходили в игру под своим тегом игрока хотя бы один раз за последние 12 месяцев, вы получаете эксклюзивную эмблему. Ну, они на самом деле мне даже код какой-то прислали там с какой-то дополнительной операцией. Я вам его показывал. То есть мы с вами элитные члены коалиции. Это приятно. Присоединяйтесь к серии Gears Pro Circuit. 1 миллион долларов. MLG Infinity. Ну, даже Россия. GR Sport. Это не только игра, не только шутер, но это и киберспорт. Так же, как Halo. Так же, как Call of Duty. Так же, как теперь уже и Destiny. Gears of War eSports. MLG. 1 миллион долларов. Любой человек может поучаствовать. А Вулсет вперед. Навыки Орды 3.0. Классов. У нас 5 классов, каждый из которых обладает различными навыками. Red Dragon, привет. Любите настроить укрепление. Так, ну, Орда нам знакома с прошлых частей. Безусловно. Так, и вся игра, как мы видим, на русском языке. Это приятно. В игру можно пригласить одного человека. Номи, ты здесь? Алексей. Алексей, я в чате не вижу. Асинар? Может быть, кто-нибудь еще? Фрози пришла. Всем здравствуйте, ребята. Еще раз, в чате у нас сейчас показывает 15 человек. Низкий поклон. Ну, давайте пока я попробую один, потом посмотрим. Так, ну, конечно, новое. И уровень сложности высокий, нормальный. Но я думаю, что... Инсейн, конечно. Конечно же, инсейн. Другого уровня сложности в этой игре просто не существует. Пунс, привет. Тайк, привет. Да, ты вот только успел. Только подошел. Пролог, память. And we're back. Finally today in New Ephira. First Minister Jin commemorated the 25th anniversary of the end of the Locust War. Today we are humbled by the presence of two generations of men. Небольшая накладка, извините, не профессионал. Извините, не профессионал. От субтитры не включил. Ну, ребят, бывает, бывает. Не включил субтитры. Сейчас будем переводить с вами. Они праздновали завершение войны. Завершение войны с локустами. Это великий день. Извините, еще разок. Не профессионал. Ну я же не знал, что нету сабов. Даже МГСы, когда проходили, я переводил, но там сабы были. Хотя в четвертом было... Самый сложный МГС, который я переводил, это был четвертый. Прям адовая сложность. Ох. Ой, смотрите-ка, Максим поставил эмодзи. Вот это смайл. Я предлагаю всем использовать вот замечательный эмодзи, кто смотрит из приложения, либо вот Максим смотрит из приложения, молодец. Замечательнейший смайл просто. Что-то у меня жарко дома. Батареи жарят, вообще жесть. Так, надо настроить сначала. Давайте зайдем в настройки, ребят. Все, посмотрим сразу. А где настройки-то, родимый? Так, иконки подсказок. Вкл обучающие подсказки. Ну, игра-то новая, надо поучиться. Так, не видно, видно, едва видно. На стриме, я надеюсь, баланс гаммы в порядке. Субтитры, вот это вопрос важный. Вкл. Активация голосового чата, громкость музыки, вот... Тонкая настройка нужна была, конечно же. Так, по чувствительности оставим пока как есть, потом посмотрим. По вибрации тоже пока оставлю, потому что на Xbox One прикольно вибрирует. Обладает, точнее, обратной связью курки. Запускаем, поехали. Алексей, что это такое?
Кальтер, спасибо большое за премиум. Ну, глава называется «Память», это пролог. И мы продолжаем нашу программу. Сегодня в новой эфире. Эфире первый министр Джин выступил на праздновании 25-й годовщины победы над саранчой. Сегодня мы стоим смиренно склонив голову перед двумя поколениями мужчин и женщин, не побоявшись рискнуть своей жизнью. Те, кто сражался в битвах, сделавших нас теми, кто мы есть, включая важнейшее столкновение маятников войн. Долина Асфа. Сантьяго! Обойдемся без вдохновляющих речей, рядовой, ты знаешь, что делать. Да, сэр. Ладно, давайте начнем. Маятниковые войны, как это увлекательно. Маятниковые войны за 2 года до дня Би. Асфо, оружейный комплекс ОНР. Уничтожим эти башни, оставим их без связи. Потом найдем лабораторию и разорвем там все. Если команде нужен молот Зари, командование должно нам помочь. Смотрите-ка, это значит прошлое, пока они не выжгли все Сэро хаммерами. Гиби, вот и смотри. Так, мы играем за рядового. Надо быть очень аккуратным, потому что уровень сложности такой, что ваншотнут 100%. Так. Уничтожить связь. Связь — это важнейшая штука, которую нужно уничтожить. Так, мы прицелим, чтобы... Да, убивает очень быстро. Дамы и господа, по чинам. Манчич погибает. Загружаем последнюю карту. Контрольную точку 7. Здравствуйте. В принципе, кто хотел посмотреть сюжет, можно уходить на стримы профессиональных игроков. Значит, ретро-лансер нам доступен. Побежали. Так, все, собрались. Сложность высокая. Я бы сказал, безумная. Отдача у ретро-лансера классическая. Это не просто лансер, это именно ретро-лансер, ребят. С ним реально тяжело работать. Скоростная перезарядка — это то, что в серии всегда было. Я едва удерживаю. Так, надо подойти поближе. Как здесь работают? А, это снайпер у нас, да? Это у нас замечательный снайпер. Игра базируется на Unreal Engine 4, поэтому 40 патронов в лансере, надо быть поосторожнее. Шестеренка красная уже совсем. У них лонгшоты. Сейчас мы возьмем. Скоростная перезарядка. Классика серии Gears of War. Так, один локуст отвалился. 10 патронов. Играем за рядового, который в шлеме, обратите внимание. Так, наверху у нас как с целью? Мы играем за рядового, конечно же. Хелс, привет. Тут где-нибудь есть у нас CLG-теги? Вон там патроны есть, я смотрю. Мне патроны-то очень нужны. Без них-то. Так. Давайте, наверное, дробаш я поменяю на... Из Джаджмента винтовка. Кто играл, помнит. Хорошая винтовка. Джаджмент, как вы помните, был предыстория. Это винтовка кораллов PvP. Кто помнит PvP баталии, она очень сильно помогала. Так, сейчас мы немножко посмотрим. Да. Ох, хороша вообще. Надо привыкнуть здесь. Опа. Привык. Ребят, про прошлые игры я вам могу что угодно рассказать. Про эту игру я ничего не знаю. Не задавайте вопросов, на которые я не отвечу. Я пойду заберу. Еще. А где она? Ёкарный бабай, как так?
привыкаю пока к системе прицеливания, она здесь немного другая, не такая, как в первой части. В первой части было экстремально сложно порой попасть хоть куда-то врагу. Как-то из-за укрытия нас сейчас вытащили. К сожалению, винтовкой мы больше не обладаем. Надо пробросить. Пробрасывать. Опа, что-то было. А, пробросили, нормально. Соскочила граната с руки, но тем не менее. Ретро Лансер отдачу имеет просто адовую, ребят. Просто реально адовую отдачу. Два патрона в стволе. Так, а у них винтовки... Так, я не пробью сейчас его больше. Но идти на сближение — это глупость полностью. Меня убьет просто ваншотинг. Все. Ладно, пойдем пушить. Идем пушить. Пропушили. Хорошо. Садимся. Так, забираем, наверное, все-таки. Я заменю Secondary Weapon. Это важно. Гнашер — хорошая пушка, но на таком уровне сложности с ней будет больно играть. Так, держим оружие перезаряженным, проходим дальше. Слушайте, насколько стабильно работает игра по FPS? Конечно, графика на очень высоком уровне, детализация, прорисовка. Игра светлая, несмотря на то, что... Обстановка у нас темная, на дворе ночь. Так, установи заряд на башне. Где это? Смотрим глазками. Башня связи. Ну, это обычная башня, которая обвешана антеннами, БШДшками и прочим. Ладно, не будем растекаться мыслью по древу почти. Устанавливаем заряд. Алексеич, спасибо огромное за премиум. Поджигаем костер через 3, 2, 1. Теперь это база оглохла и ослепла. Еще одна. Сантьяго, наши позывные у меня в печенках сидят. Увидимся в лаборатории. Да, сэр. Ой, юмор. Так, осторожно, осторожно, продвигаемся. Войдите в оружейный комплекс ОНР. Так, мы двое берем лево. Вы берете сотню слева, я беру сотню справа. Так, это наши коллеги. Где наша замечательная Маркза? Маркза обладает прицеливанием вот таким вот небольшим. Так, тройка, видимо, стоит, да, у нас там? Или что-то постарее? Может быть, два ретро-лансера в пачку? Так, серьезно укрепленный бункер. Опасно, слушайте. Как я это буду... Как я это буду штурмовать-то? Я не вижу вообще ничего. Ой, да, это тройка, ребят. Я, пожалуй, обойду, наверное, все-таки. Там можно обойти где-нибудь? Нет, здесь нигде не обойдешь. Что-то я здесь не могу перелезть. Тут установка ежи. Лемон Рус дал адовый спойлер. Адовый спойлер по сюжету. И в другом чате он был бы непременно бы забанен. Навечно. Но, Лемон Рус, я тебя люблю как брата, поэтому... Поэтому ладно. Ты просто показал, что... Ты нетерпим. Нетерпим. У нас упал человек. Надо поднимать, конечно же. Потеря крови — это опасно. Но ничего страшного. Ребят, Лемон Руса можно понять. Он просто знает и хочет поделиться. Ничего страшного. Всякое бывает. Дракончик, привет. Дракончик, у меня слабый компьютер, не позволяющий стримить современные игры. В скором времени на поддержку я планирую приобретать 3D-ускоритель. Вот, поэтому сейчас пока стримлю с консоли. Как только хватит средств на 3D-ускоритель, я разберусь с этим вопросом. Ёпс, меня убили. Понятно, Лемон Рус, но я-то не знал, что здесь конкретно вот про эту историю. Про то, что про историю Доминика я, конечно, знал. Поскольку ты коровая аудитория канала, я отношусь к тебе очень хорошо. Так, у нас там опять проблемы. Побежали. Да ёпрст, да, жесть разрывает. Ужас.
мальчик погибает каждый раз. Прочтите, как в известной вам игре. Мухолов, ты знаешь, на самом деле любое приобретение сейчас для меня это, соответственно, выход на ИКК. Вот, выход на исполнительный коэффициент, комитет управления. В данном случае это супруга, то есть все согласовывается через ИКК, через управляющий комитет. Вот, поэтому любые траты это сложно. То есть там все достаточно просто. Готовлю презентацию, обсчитываю качественный либо количественный бизнес-кейс и уже после принимаю решение, там, приобретаем, нет. Пока как бы выход на ИКК с 3D-ускорителем у меня не планировался. Был ИКК по Xbox, был, соответственно, ИКК по PlayStation. Да я там не пробью нифига. Я думаю, вот так просто поступим. Все. Бац, все. Странные вопросы по работе пошли в чат. IP helper. Я могу ошибаться, потому что с непосредственной конфигурацией оборудования... Что у меня с этой самой... А что у меня с ХП? С непосредственной конфигурацией оборудования я не работал уже достаточно давно, но если мне не изменяет память, команда заставляет пересылать UDP на указанный, соответственно, порт. Там в конфигурации порта применяется. Есть у нее подкоманды для... также для... Например, для... Очень полезно на прошлой работе, когда конфигурировал сервера. Отвечал, помню, за этот... Как его, помню? Блин, Такакс. Даже помню конкретный порт на Такаксе, 49-й. Так, коллекционный предмет, что мы нашли? Что-то мы нашли. Приятно, что есть инженеры. Инженеры на Гудгейме, это приятно. Всегда вот это общение, оно позволяет держаться нам вместе. Ну, на самом деле, про работу говорить грустно. Трансляция, потому что работа, она у нас постоянно. Это то, чем мы занимаемся постоянно, а стримы — это развлечение, фан и, конечно же, общение. Так, активная перезарядка. Нам игра напоминает, что это важно. Ладно, ты знаешь, что делать. Разбирайся с охраной, идем в лабораторию. Так, у нас тут целый иконостас просто. Гнашеров. Так, марку забираем. Вич Доктор, сколько игра стоит, можно посмотреть в Windows Store. Если мне память не изменяет, что-то в районе 4000 рублей. Хотя есть там разные версии игры. Я брал самую дешевую. По-моему, за 3. Да, я за 3 брал. Есть за 4, есть еще там более дорогая. А боты здесь стали такие поумнее, по-моему, относительно. Боты поумнее, мобы позлее, это факт. Фокс, ты на самом деле, если хотел проверить мою как бы компетенцию, я всегда за, потому что я всегда склонен к тому, что нужно что-то изучать. Это просто то, что я помню.
Возможно, это как бы имеет какие-то особенности работы. У каждой команды есть некие особенности работы. Даже в том случае, если она дается просто на интерфейсе. В любом случае, DHCP Relay штука интересная. И конфигурировать ее можно по-разному. Пересылка же широковещательных broadcast запросов. Тоже функционал достаточно широкий. Его можно применять в различных ключах и в различных аспектах. Так же, как и ACL, которым можно не только фильтровать и закрывать, открывать доступы, но и, собственно говоря, ловить что-то, что нужно конкретно тебе. Так, тройка у нас снова идет. Алекс, ты знаешь, они также прячутся за укрытие, абсолютно так же, когда ты входишь в скоуп, они прячутся. Очень похожая механика в первой части была, Judgment был попроще в этой части, хотя, если играть на максимальном уровне сложности, я бы не сказал. Он, видишь, пошел за пушку, стал снова. То есть, ну, скриптовая база ок. Видишь, не вылезает. То есть знает, что я в скоупе, и не вылезает. От первой, конечно, отличается. Похоже больше на джаджмент, наверное, прицеливание здесь. А, ты по поводу коробочного решения какого-то Microsoft спрашиваешь? Ну, это возможно вполне. Коробки от Microsoft, они такие. Так. Ребята, не громко ли все это орет? Мне кажется, очень громко. Надо подубавить. Давайте мы, наверное, эффекты все-таки. Потому что через полчаса с ума сойдешь от них. Вот так сделаем. Good one. Keep it up. На большие расстояния, конечно, с нее стрелять не очень хорошо. Азазель подошел, спрашивает, сколько стрим идет. Не уверен, что команда поработает. Ребят, 57 минуточек мы уже бегаем. Но бегаем, конечно, меньше. У нас были подготовка к трансляции была. Веб-шаман, ты знаешь, на самом деле не соглашусь с тобой. Это консольная игра, консольный шутер с присущей только ему механикой, которая, в общем-то, привычна людям, ну, типа меня. Поэтому к всему привыкаешь. Вот в 2006-м было тяжеловато, конечно, играть в подобное. Но потом привык и стало совершенно обыденным фактом. Мы сегодня даже один баг на сайте пофиксили, поэтому, я думаю, нам запишут в личное дело солдатов коалиции. По-любому это. Я ищу различные коллекционные предметы, отстань от меня. Не гони. Стоит заметить один факт. Управление стало более отзывчивое. Явно больше motion capture кадров, потому что смотрите, видите, как он плавно выполняет перекат. Более резкие перекаты были в первой части, во второй. Тут он как-то более так плавно падает. Скорее как протагонист игры. Всем вам хорошо известный.
Какая игра про перекаты? Всем нам хорошо известно. Step aside, Private. Looks like these indie scientists aren't too eager to meet us. Так, что-то я упустил. Брюс! Брюс, его зовут Брюс. Будь дорогой, открой эту дверь. Слушай меня, бойцы. Если мы не вернемся через 10 минут, прекращайте операцию, бегите от сука всем чертям. Ладно, Сантьяго, пора встретить наших новых друзей. Я не соглашусь с тобой, шаман. Дело все в том, что платить за что-то, что стоит денег, это нормально, понимаешь? Платить за компьютер, который будет для игр топовый стоить в районе, ну, если действительно топовый компьютер, не надо уж кривить душой, в районе 150 тысяч он стоит сейчас. Системный блок. Если ты согласен идти на компромиссы, это где-то около 100 тысяч рублей, может быть, чуть меньше. Вот. А шутеры с геймпада — это нормально во всех абсолютно странах мира, кроме нашей страны, где это сложная позиция. Я всегда отмечаю на стримах, что это сложная позиция, поэтому прошу меня простить за такую меру, которую применяю. Блин, меня убили. Ай-яй-яй. Вот, и на компьютере я стримлю. Как бы компьютер позволяет запускать стримы в низком качестве, на ультрафаст пресете. Но играть не позволяет. То есть просто, ну, человек, я женатый, поэтому нужно за семьей ухаживать, следить. Поэтому я как бы не могу позволить себе мощные видеокарты. Раньше как-то у меня это все складывалось получше, но сейчас, когда уже ответственен не только за себя, как бы консоль, да, она простая, то есть игра идет нормально на ней, с минималочками, вот, но зато проблем нету с производительностью. На мышке я играю плохо, хуже, чем на геймпаде, это точно. Ну, потому что уже не молод, уже просто не молод. Вот. Поэтому как-то так. Unreal Engine 4, кстати, позволяет, видите, создавать ландшафты и сцены, которые обрушаются. Это здорово. Только что мы как раз это увидели. А вот видите, как бывает. Ну как ничего не делают? Они поддерживают свою сеть в рабочем состоянии. Почему ничего не делают? У нас все очень плохо, нас давят. Что там происходит? Нет, тройку опасно использовать, меня убьют. На этом уровне сложности я тройку не буду использовать еще. Я только вылезаю, меня сразу убивают. В тройке меня сразу снимут. Вы предыдущую не помните, что ли? Это же инсейн, тут не так все просто. Вот этот, вот я не знаю, куда псих пошел, его сейчас снимут, я его поднимать не буду. Так. Опа. Укрытие разрушается. Йофи, привет. Лёг, но... Опасно, понимаешь, опасно, Лёш. У меня времени немного. У тебя сегодня времени сколько было на трансляцию? У меня времени эфирное. Вот, то-то-то-то-то-то. У меня время четко регламентировано и прописано в СЛА. Я могу стримить по 2 часа вечером. Все. Если больше, будут проблемы. Не, ретро-лансер — это, конечно, то, почему я скучал. Blizzard Pro, приветствую вас. Там он сбил его, да? Все, нормально, слушайте, защитили, похоже, вход. SLA, конечно. Service Level Agreement. Это залог семейного счастья. Когда у вас есть...
соглашение с человеком. Ну а как иначе? Так, у меня кап патронов уже. Что происходит-то? Где враги? Я думаю, что мне торопиться точно нет. Они на втором этаже где-то засели. Бросим им туда чего-нибудь. Да, понятно. Штаб груз у нас. Чисельщик, направляйтесь к берегу для эвакуации Марлини. Слышал это? Минометы. Опа-па-па-па. Минометы. Тогда, майор, советую вам бежать. Ну, побежали еще. Сейчас нас тут размозжит просто. Бегом! Сильный минометный огонь. Ё-моё. Когда отважные бойцы коалиции отбили у НР чертежи Молода Сари, мы сделали все, чтобы пережить самый страшный конфликт в истории нашего мира. Именно сейчас мы были свидетелями, как они заполучили в свои руки эту технологию. Всего 2 года спустя. Новый кошмар. Новый враг. Новая война. Штаб, внимание, необходимо изменить маршрут, который следует колонна противника. Простите, капрал, мы почти на месте. Штаб, никак нет. Дом Саверенов, зона повышенного... Блин, дом Саверенов, обалдеть. Это та самая битва. Капрал Ким, да, это та самая битва, ребят. Штаб, все вас понял. Вперед, бойцы, колонна полковника Хоффемана. Им нужна защита. Слушайте, это неспроста они все в шлемах. Видимо, Лемон Рус молодец. Сегодня была фотосессия. Сергун передает нам в 1С. Какое разрешение и фреймрейт? Сейчас 1080. Я мог бы пустить с консоли 4К, поскольку Xbox это поддерживает, как нам обещал Microsoft. Но, к сожалению, плата захвата не поддерживает 4К разрешение. Сейчас 1080p установлено. Avera это подтверждает. Ну, средства мониторинга, разумеется. Небольшая пауза. У меня кончился... темный напиток, который бодрит. Необходимо его пополнить. Ну, а пока я вас оставляю в обществе. В обществе даже не знаю. Замечательного саундтрека к первой части. Mad World. Happy birthday, happy birthday.
teacher, tell me what's my lesson. Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very Так, наша музыкальная пауза закончилась. Нет, Вурсик, все в порядке. Не переживай. Мы возвращаемся на Серу в битву за дом Саверенов. Давайте продолжать. Надо искать коллекционный предмет. Это важно. Это важно. Если вы что-то замечаете, вы говорите. Мы играем за девушку, судя по всему. Она в шлеме, мы не знаем, кто это. Всем доброго вечера, отличного настроения. Сегодня у нас... Так, это колонна. Так, у нас тут вречи бегут вовсю. Вречи, это опасно. Всем еще раз добрый вечер, ребят. Немного я устал сегодня после работы, поэтому, если что-то с рефлексами, заранее прошу прощения. Плюс еле хожу, потому что вчера поприседал очень хорошо, и я чувствую, завтра я прям не встану, наверное, даже на работу. Хотя завтра надо идти делать спину и, скорее всего, грудь. Я как-то сбил фазу, в понедельник у меня получился день ног. Это как-то странно немного. Хотя, честно говоря, ноги я делать люблю и делаю их часто больше, чем все остальные мышцы. То, что не будешь делать ноги, не будут расти руки. Современный приветствую. Так, нужна поддержка. Надо проассистить полковнику. Но с ретро-лансером не особо проассистишь. Так, это у нас кто? Это у нас правильно, Корпсер. Корпсер, хрен пробьешь. Этой твари оружие нипочем, совершенно верно. Где Hammer of Dawn? Ну-ка быстренько. Так, у нас тут коллекционочка. Опа. Газеточки. Так, молот Зарионов вон там лежит. Надо пробраться туда. Видимо, пробраться туда придется никак. С хрупкой девушки. Господи, что это было? Какая интересная поза. Господа на Твиче, всем здравствуйте. У нас сейвпоинт, видите, немножко кривоват. Мы играем на консоли. Консольная версия, это заметно. Мыльные текстуры, статичный задник, низкая прорисовка, поэтому опытный глаз ваш сразу это определит. Как же его кидает этот замечательный лансер, только короткие очереди, но, к сожалению, флинчинг, конечно, огромный. Так, огонь в дыре. Да что ж ты будешь делать? Ё-моё, опять не убили. Давно в спорте? Нет, недавно.
пока приседаю, учусь бодибаром. Это так, ну, как бы была вчера первая ознакомительная тренировка, мне показывали, как правильно приседать. Пока не могу немножко выровняться, ну, потому что... Сейчас как бы немножко сбросил, я... у меня рост, сейчас скажу, 183, вешу 54 килограмма. Вот, поэтому пока только бодибар. В спорте я недавно совсем. Е-мое. Но, как бы, тренер сказал вчера следующее, что физкультура — это здоровье, а спорт — это, как бы, ну, не здоровье. Вот поэтому еще предлагал метан. Не знаю, что такое метан, но посмотрим. Может быть. Может быть. Так. Рост 183, вес 54. Ты не ослышался, Шок. Все так и есть, да. Юрич, ну это серьезно. Я пока только начинаю, в начале пути. У нас в чате Good Game тоже есть мастера спорта. Сейчас Ленив пока не подошел еще. Но это радует, что в чате Твича тоже такие люди есть. Будем общаться, находиться на связи. Это правильно. Ленив у нас выступает вообще. Он выступающий спортсмен. У него там веса за 250. Собраться, что-то меня карают. Ленин, кстати, не подошел еще, не здоровался. Сразу метан мне не нужно. Да я, конечно, метан никого не буду, что ли, с ума сошли. Я гречку. Я даже этот самый, как его, мне советовали пропионат. Ой, тут протеин. И, соответственно, я пока побаиваюсь. Говорят, от него потом, ну, какие-то проблемы с мужской силой случаются. Вот, протеин тоже не хочу, побаиваюсь. Так, забрали уже. Поэтому пока только вот гречу кушаю. Сегодня надо покушать тоже. Вообще игра подходит для киберспорта, да, там проводится лига MLG, в лиге MLG в нее играют. Соответственно, можно попробовать, $1 миллион призовых. Не, ну нитей пока нет, поэтому еще потребуется, можно сказать. Да как так-то, ё-моё, добежал же почти. Протеин, говорит, ничего плохого не будет. Хорошо, хорошо. Вы помните Тесла Краба, ребят? Поставьте в чат что-нибудь, если вы помните Тесла Краба. Авус, ты ж помнишь. ТНС вот нас очень хорошо помнит его. Вообще, в какой игре был Тесла Краб? Напишите лучше вот этот момент. Come on, we got this. Как же тебя кидает-то? Это же жесть просто вообще. Рекор еще обязательно будет. Нет, не в Ниндзя Гайден. Другая игра, вспоминайте, тоже про ниндзю. Лемон Рус, ты почти близок.
Ninja Blade игра называлась. Помнишь, такая суперкутыешная. Вообще, я вчера был поражен. Я увидел, ну, как бы, зал, в который я пошел, он был новый, потому что раньше я ходил просто в подвальную качалку. Я вам рассказывал, там был Николай. Николай меня тренировал. Он меня научил, что ни в коем случае, во-первых, нельзя через гриф перешагивать. То, что можно как бы, ну, схватить. После зала можно было реально схватить. Если ты перешагнул через гриф, это было бы жестко. А этот зал более такой, ну, как сказать, нового формата. То есть менее жесткие правила в нем. Поэтому здесь я увидел парней в бейсболках, которые занимаются. Даже в темных очках видел парня одного. Вообще, конечно, немножко странно. В том зале, где я раньше занимался, это был район люберцев. Люберец, точнее. Ну, как бы снаряды были все очень разбитые, как бы грифы даже погнутые. Здесь как бы все новенькое. Но к свободным весам здесь люди не подходят. Огромные очереди на тренажеры. Но нету даже элементарного тренажера, который вот горизонтальная тяга. То есть блочного тренажера горизонтальной тяги нету. Поэтому был удивлен. Т-грифа нет, опять же, придется сооружать его. Ну, завтра день спины, надо будет становую поделать. Я нашел... Нет, какой-то... Нет, ворлд-класс, это супер... Я занимался в зале, который назывался Маруся. Сейчас я занимаюсь в зале, который называется Зебра. Ну, уровень, конечно, зала намного выше, чем у Маруси. Я был просто поражен, конечно. Там какие-то спа-студии. У меня в зале не было даже этого самого, как его, раздевалки. За ширмочку переодевались, а шмотки брали с собой в зал. Поджарим сейчас немножко его. Молотом заорел. Ленэр, привет. Так, все. У нас проблема, потому что я отложил... Блин, я лансер отложил. Твою что налево. Это плохо. Ой, это очень плохо. Дендрит, привет. Че у нас, где у нас? Нельзя лансер откладывать. Я взял и отложил лансер. Это безобразие просто. Да ладно, заново что ли? Игра, стоит отметить, стала более светлой. Если первая она была такая прям темная очень, реально темная, нуарная, жесткая. Здесь как-то... Но пока нам рассказывают историю, мне кажется, что игра себя еще покажет. Это все, что было раньше. Чекпоинтов здесь нет, да. Спасибо огромное, что пришли сегодня на трансляцию, ребят. Завтра я тоже постараюсь сделать, хотя не уверен, что будет стрим завтра, как по занятости. Но обязательно допройдем ее. Все, вводы будут на YouTube, если вам интересно. Есть соответствующий канал, там можете будет посмотреть запись. Если кто не успел. Давайте сразу, наверное, побежим туда. Дюр, Йофи сказал, что он снизил сложность, конечно же, потому что у него мало времени. Вот. У меня времени нет вообще, но я не могу снизить сложность, потому что у меня версия специальная. В этой версии нельзя, к сожалению, снижать сложность. Садим подальше, что нам, собственно говоря, мешает. ЛКГ, ну как всегда, прекрасно. Gears of War всегда остается Gears of War.
Лемон Рус, давай. Спасибо за время, пока. Крилл, привет. Яков пришел. Так, у нас пока проблемы, я не могу пройти достаточно короткий участок. Надо сейчас попробовать это сделать. Отстреливать нужно ребят, которые выползают из дырки. А что-то ребята мне совсем здесь не помощники. Надо, мне кажется, Номича брать. Йоффи опасно уже брать, потому что он сейчас вот все знает, сам заспойлерить может. Ему будет просто неинтересно. Он не удержался. Мы договаривались с ним поиграть вместе. Димон говорит, разве четвертая часть God of War вышла? God of War, ребят, путаете. Это игра про спартанского воина. Это игра Геоф. То есть Gears of War. Шестеренки войны. Жернова войны. Игра, которая рассказывает нам брутальную историю специальных отрядов, которые на Сере, на планете, очень похожи на Землю, борются против полчищ саранчи. В войне за ресурсы. Война за ресурсы, за эмульсию. Как мы вспоминали уже первую часть, цикл стримов по ней был. Нам сейчас рассказывают за легендарную битву. Битва Саверенов. House of Sovereigns. Guns don't work for shit on that thing. We need something bigger. Так, сейчас сначала я отстреляю ребят. Soldier, secure that hammer. Я понимаю, все, нужно просто хаммерберстом сейчас поснимать парней. Хаммерберст куда удобнее ретро-лансера. Это оружие локустов, конечно, но тем не менее. Вражеская пушка нам здесь поможет. Да, отлично. Отлично работает Хаммерберст. Теперь нам нужно с вами дойти до... Так, до Молота Зари и поменять его. Да ё-моё. Садись. Садись и давай аккуратненько пожарим его. Лемон Рус, да, я только что сказал, что запись будет, конечно же. Нет, это Вейдер, это не Фейсхаггер, это Корпсер. Здесь этих тварей называют Корпсерами. Ну, конечно, мы всех помним вселенную чужих, которая нам всем не чужда. Я большой фанат творчества Ридли Скотта. О, господи, опять он вылез. Так, у нас проблемы. Нас сейчас тут придут и загрызут нас. Патроны нужны. Слушайте, а в этой части куда все... менее обстоятельно обстоит с боеприпасами. Их реально бывает не хватает прям. Саламин, ты совершенно прав. Опа, все. Отлично, бойцы. Что это за твари такие были? Как тебя звать, капрал? Меня зовут Ким, сэр. Нам с лейтенантом Страут нужна поддержка. Поздравляю тебе, водитель. Полковник, нам нужно попасть вовнутрь как-то. Так, у меня есть код от двери, полковник. Что ж, сынок, тем лучше для тебя. Охраняйте лестницу, используя молот. Я вернусь, как только смогу. У нас есть приказ. Элайер, привет. У меня есть первая, есть вторая, есть Джаджмент. Я поклонник этой игры. Мне она очень нравится. Так, я думаю, мы возьмем сейчас с вами вот так вот. У нас есть приказ. Нам нужно удержать дом Соверена. У нас там проблемы серьезные очень. Блин, как так-то? Это бумеры были. Бумер — это опасное создание. Третья на диске. Вторая на диске. Третья на диске. Первая на диске. От Xbox 360.
Они работают по программе обратной совместимости, поэтому, ну, если что, можно и 360 раскочегарить. Они все уже работают по программе обратной совместимости. Так, я думаю, прокинем гранатку сейчас ребятам. Блин, мне кажется, нужно брать, конечно. Я попробую. Не, фиг там был, надо как-то получше сесть. Будем работать по тем, которые подходят к нам. Заняли позицию, работаем. Так, нормально, у нас 83 патрона осталось. Ствол почти перегрелся. Креол, подожди. Не спеши, у нас, видишь, тут проблема. Я не смогу сейчас нормально использовать, меня бумер убьют. Подвижная цель. В конце концов, кто из нас больше в гире играл, ты или я? Use the hammer, это понятно, но... Вот видишь, как заюзали hammer. Я же тебе говорил, за фонтаном прятаться надо было. Капрал Креол, вы провалили задание. Секрет предлагает нам постримить совместно с девушкой. Девушка — это хороший момент, но, к сожалению, не для меня. Я уже стар. Это первая женщина сложная позиция, потому что у меня есть супруга — это второе. Я думаю, что не одобрит супруга стримы с девушками. Мы лучше с Йофи постримим или с Номичем. Чуть попозже, ребят. Голос знаком. Ну, возможно, Креол, вот видишь, что происходит? Так, понятно все. Капрал Креол нам тут немножко, видимо, хочет продвинуться по служебной лестнице немножко раньше. Ой. Голос знаком. Ну, я даже не знаю. Ну... Может быть, встречались где-то. Меня зовут Олеся. А, это вы, та девушка? Да нет, я не профессионал. Ребят, стримы с другими стримерами — это сложно, потому что это сразу начнутся кривотолки по коллаборациям. Коллаборация — это в нашем случае... миграция аудитории, обмен аудитории. Для меня это сложно, потому что я всегда стесняюсь стримить. У меня, как так сказать, социальный барьер. Я вот, когда стримлю, да, у меня сразу срабатывает этот социальный барьер, я не могу его преодолеть. Я могу только с теми людьми, которых я много лет знаю. Вот, например, с Алексеем. Мы с ним знакомы настолько давно, что можем жить вместе. Просто оба женаты, жены неправильно поймут нас. Вот, а так в остальном... Мы ориентируемся на публику Good Game. Good Game — это замечательный темно-синий сайт, поэтому к Твичу внимание приковано меньше, так как иностранный ресурс. Пускай бумеры поближе подойдут. Да ё-моё, сейчас мы прокинут опять. Да, то есть у нас больше ориентирования на iSecret, на отечественного пользователя. Мы живем в правовом поле Good Game и отечественного кодекса, коалиции, конституции, как сейчас сказать. Я не знаю, меня опять убили. Блин, Креол, ну вот что ты сделал, а? Вот нормально же, троих убил, Креолыч, ну как так? Да ё-моё. Так, ладно, короче. Надо что-то делать с этим. Креол у нас, да, немножко сбил с панталыги. Олесь, ну я надеюсь, вы не обидитесь на меня. Я просто действительно человек очень стеснительный. Сложно иду с людьми на контакт.
Поэтому мы стримим, бывает, мужской компании. Но ни в коем случае я не хочу чужой аудитории, потому что чужая аудитория — это сложно. У нас есть небольшой комьюнити на GoodGame. Сейчас скажу, сколько подписчиков. 150 подписчиков за 7 лет набрали. Вот. Поэтому с этой аудиторией и работаем. Это странные люди, которые зачем-то приходят смотреть на консольные игры. Я не знаю, зачем это им нужно. Ну, зачем-то они это делают. Да ёпарсты, ну давайте кто-нибудь подойдите уж сюда, ребят. Ну вот. Так, у нас там один полёк. Пам-пам-пам. Плохо, плохо ж, плохо, плохо очень. Да бу-бум сейчас будет полный, ё-моё. Аспинс, это уважаемая зрительница на Твиче. С ником IS3CRAT. Ну, выглядит как пароль, но похоже, что это никнейм. Это пулемет. Ай-яй-яй. Oh man, this is bad. Cut. All right, you heard the corporal. Don't let him inside. They're coming right at us. Use the hammer. Come. Oh shit, look out. Push him back. Push him back. We need some goddamn reinforcements. Not gonna happen. Keep fighting. Яков, ну так пойди забань. Ты же видишь, руки заняты. Я же никого не баню никогда. Я не умею. Летописец канала называется. И никак не может... Так, ну вот, вроде более-менее. Где еще один? Пиджи. Безумие, да, это согласен, есть такой. Ну, какой безумный, на самом деле, сейчас пойдем. Блин, почему они по левому флангу его пропускают постоянно? Как так? Как это случается? Last Kiss God. Ну, человек... Ребят, ну мы же все понимаем, что это интернет. Здесь люди выражают свою активную жизненную позицию. Это в порядке вещей. Надо отойти. По левому флангу постоянно проходит бумер. Только не тот бумер, который... Помните бумеры из нашего детства? Жевательная резинка такая была. Тот бумер намного опасней. Так, все, одного бумера нет. Какие они метки. Очень метки, ребят. Прям очень меткие. Сейчас что-нибудь будем придумывать, как надо реализовать дефенсивные механизмы. Слушай, может я спрячу здесь вот реально где-нибудь? Нет, тут это плохая история. История не очень интересная. Слушайте, а может это и прокатит? Подождите-ка. Может Криол был не настолько и не прав. Бац. Так, ну более-менее, да. Слушайте, хаммер работает. Ой-ой-ой-ой-ой, это же рядом совсем. Нет-нет-нет, плохая идея. Очень плохая идея, бегом. Как так? Нет. Как это, как он сюда постоянно подходит так близко? Oh, man. This is bad. Сейчас что-нибудь придумаем. All right, you heard the corporal. Don't let him inside. They're coming right at us. Use the hammer. Oh shit, look out!
будем работать проактивно. Сейчас будем работать вот таким образом, Сфинит. Где еще один? Вон он. Опс. Не профессионал же, комрад, поэтому как будем. Попробуй кетчуповой пушкой. Potato gun. В гирзах есть potato gun. Бум, где-то рядом совсем, ребята. Не к здоровью это. Бац. Так, у нас один лег, а не поднял его. Хорошо. Риверы сверху. Что там происходит? Так, надо еще одного сейчас. Шлеп. Так, одного не стало еще. Ну, пилота сбили. Риверы это серьезно. Надо с ними поаккуратнее, конечно. Шлем. Развалился. Уэствуд, привет. Так, берегись, да. Берегись, берегись. Навестись не можем. Он прям перед нами. Мне очень жаль, но молот Зари только что вырубился. Да, нормально вообще, вовремя. К концу дня потери исчислялись сотнями тысяч. Тот день называли днем вторжения. Как многие из вас, тогда я была еще ребенком. Это было мрачное и жуткое время. И никто не был уверен, что мы сможем когда-либо победить. Мы перемещаемся дальше, через 17 лет после дня B. Тяжелая техника локустов. За королеву. Штурмуют во имя королевы. Челлендж — это история. Это история Великой войны. Я знаю, что вы врачи, но на истине не хватает людей. Вперед! Пока безличностная история, потому что нам показали лишь несколько персонажей. Остальные, как вы видите, в шлемах. Это сделано специально, умышленно, надо поднимать. Нас учат оживлять отряд. Мы находимся внутри крепости, которую осадили локусты. Так, и у нас уже, смотрите, через 17 лет разработка ученых позволила изобрести Лансер. Классическое оружие первой части игры Gears of War. Так, мы сейчас тут немножко жалом поводим. Слушайте, какая замечательная игра. Мне она уже нравится. Микрофон какой у меня? Самый дешевый. Вы же знаете. Вебки нет у меня. На один коллекционный предмет. Я пока не знаю. Уже задавал этот вопрос на форуме Гудгейма, пока не получил обратной связи. Начинающий стример. Не знаю, как вывести вебку. Подожду, пока коллеги по цеху подскажут. Если кто-то знает, можете написать. Не знаю, как сделать это. Может, Олеся подскажет? Олесь, вы не знаете? Олеся, наверное, ушла уже. Да ладно. Так. Поднимитесь на стену. Пропили себе путь и забирайся на стену. Да, сейчас пропили. Что там происходит? Там что-то все темно, о, ё-моё. Да, вот действительно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Йо, просто с почином, все, локуст победили. Энерион, ты знаешь, нужно проверить. Этот вариант нужно проверить. Я приобретал игру в Microsoft Store на Xbox One, поэтому, возможно, концепция Xbox Play Anywhere работает. Возможно, ты прав, да. Проверим обязательно в перерыве этот момент. Хорошо, что ты подсказал. Так, вот эти преграды разрушаются. Нужно с ними покрыть. О, вот это замечательное оружие. Лансер работает совсем не так, как мы привыкли к нему в первой части.
Это очень кучная штука, которая практически не имеет отдачи. Замечательные эффекты освещения Unreal Engine 4 сделаны так, что мы ни хрена с вами не видим. Так, с коленки, это что-то новое. Дотру, привет. Ты знаешь, эту версию я приобретал, в ней какой-то есть этот самый, как его, режим, когда залочено на... Хаммергос подберем. На уровень сложности, то есть она имеет Insane Lock. Более удешевленная версия Insane Lock Edition, то есть только один уровень сложности, никакого другого тут нету. Ёпрости, а может мне что-нибудь типа гаубицы или, не знаю, гранатомета дадить? Хаммерберст в этой части прекрасен, просто прекрасен, он не имеет практически отдачи, идеальная стабильность. Что там, черт возьми, вот это серьезная проблема. Поберегись. У нас прорвали, вречи прорвали оборону. Ёпрст, меня сожрали просто как мясо. Йофи подсказывает, на Винди и на Хуане Йины покупка, значит, это концепция Xbox One Play Anywhere действительно работает. Это здорово. Давайте стрелять. Я думаю, гранату на ход ноги нужно туда, к сожалению, не успеваю переключиться. Плохо, плохо, плохо. Гранату. Парням туда. В проход. А что, не сработало, что ли? Еще одну гранату, пожалуйста. Так, переключаемся на Хаммерберст, проверяем затвор. На той стороне у нас опасно очень, очень опасно. Suppressive fire. А хитбоксы так никуда и не пропали. У меня уже клинит, патроны кончаются. К лансеру патронов не было. К лансеру пока есть патроны. Чуть дальше еще там лежат. Можно будет по стене взять их, пройти. Впереди лежит стационарное орудие. Также у нас был гранатомет здесь. А кто этот замечательный человек с дредами? Так, надо встать за тюрель и отправить их в ад. Надо только дойти до тюреля, пока нас в ад не отправили. В тот самый гранатомет, да. Так, туретка стоит вон там, чуть подальше. Пробежать. Нужно, соответственно, пробежать. Рядовой, что ты делаешь? Попробуем встать за тюрель. О, она имеет прицел, ничего себе. Там брумок идет. Так, остужаем, остужаем. Слушайте, беда вообще. Похоже на... Брумок обстреливает крепость. Что делать-то? Нет, ну там не подойдешь, вот это жесть. Что происходит-то? Пушку-то можно хоть сострелить с него? У меня перегрев опять. Какого черта, что происходит? И... По-моему, это Эми. Или Light Mass Bomb, что это? Несмотря ни на что, группа солдат под предводительством Маркуса Феникса покончила с кошмаром, известного как Саранча. Это конец первой части, что ли? Вот это да. Вот это отсылочка. Они Light Mass взорвали, похоже. Хотя не похоже, слушайте, это, по-моему, все-таки у него получилось. Как бы мне хотелось, чтобы сержант Феникс был сегодня вместе с нами. А где он? Конец третьей части, это точно. Остановитесь на секунду и подумайте о тех, обо всех, кто пожертвовал собой. Благодаря им мы смогли пережить эту долгую ночь. Мы вновь процветаем. Да, точно, это третья часть. Ацтек совершенно прав. В мире, созданном новой коалицией, нет войн, нет страданий. Мы в безопасности, мы стали одной семьей.
Где же Маркус? Наконец-то мир во всем мире. Обалдеть. Ну, пока вопросов больше, чем ответов. Интригующее начало. А что происходит здесь? Запись включена. Эй, ты идешь? Дрейк? Дай мне пару секунд. Ты что, на бабочку любуешься, что ли? Да, вот, послушай. Ты знаешь, как этот малыш появился на свет? Он просто пытается выжить, верно? Если он выживет, это удастся немногим, он найдет способ измениться. Она говорит о метаморфозах. Крошечная личинка становится куколкой. Внутри кокона она уничтожает и возрождает себя, меняя свой цвет и форму. У нее появятся крылья, когти, она разрушает свою темницу, вырывается на свободу, и вот... Она стала новым прекрасным созданием. Тебе не стоило приходить. Береги нервы, Джи-Дей-Джи. Забыл, о ком речь, она же точная копия своей дочери. Это точно. Да, это точно. Акт 1, глава 1, рейд. Опа. Раньше мы защищали поселение коалиции, теперь готовим налет на одно из них. Разве это не странно? Вообще-то да. Хотя налет и грабежи — главное занятие изгоев. По крайней мере, как было, пока вы двое не появились. А сейчас что? Просто тоска сплошная. Может, получше будет, чем ты, старик. Есть разница. Оп. Слушайте, мы что-то не знаем явно. Никакой сигнализации больше. Все, большое спасибо. Да, скучать нам явно не придется, а вот и помереть, если это не охрана, а сигнализация. Ого. О, черт, это же буря, мы сможем укрыться внутри поселения. Фургоны, все живо, живо. Хелш, ну, если тебе так этого хочется, конечно, стоит. Какая гигантская буря, мы с вами, кажется, видели этот уровень уже. Хотя этого, конечно же, мы не видели. Самое начало. То есть все, что мы видели до этого, было лишь затравочкой. Microsoft Studios. Осторожно, давай поживее. Совместно с Coalition. Стена закрывается. Быстрее, мы не успеем. Оскар, поторопись, мы должны проскочить. Жернова войны. Часть четвертая. Почти на месте. Пригнись. Надо добраться до поселения. Я не брошу, уродца, иди. Энергетические бури. Энергетические бури воздействуют на людей, снаряды, элементы оружия. Пользуйтесь укрытием, обдумайте свои перемещения. Итак, у нас первый ачивмент. И мы столкнулись с серьезной проблемой. Этот ветер сейчас все разнесет. Ветрозащита. Опередите ветрозащиту. По-моему, я уже не опередил ветрозащиту. Она закрылась. Как это работает, интересно? Проклятие, ветрозащита! И что нам теперь делать? Так, давайте вон к тому крану. Тут ветрозащита давно закрылась уже. Слушайте, огромно. Мы находимся вот где-то вот на... буквально на границе этой бури. Девчонки, лонгшот. Да ворот-то нету. Туда придется их снести. Че, стрелять будем? Так, стоп, секунду, вот там что-то есть. Сейчас посмотрим. А, да, снесли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ж ты делаешь-то? Все, крану. К ходу. Ой-ой-ой-ой-ой. Укрытие от ветра. Что происходит? Для перемещения при сильном ветре используйте. Что используйте? Я не успел прочитать. Будем импровизировать, дамы и господа. Так, что тут беда вообще. Здесь мы будем в порядке. Что значит в порядке? Мгновенная смерть отменяется. Да, кран, по-моему, это не совсем вообще то, что нам нужно сейчас. О, черт. Нас накрыло краном. Артлес, привет. Таргас, именно это. Кран. Что произошло? Но, вспоминая старый, любимый всеми фильм, говорит, что сейчас появится Терминатор. Эй, что я пропустил?
Все живы. Шляпа Кейт еще при ней, отлично. Эй, уродец. И вот здесь подожди, хорошо? Ого, какой, смотрите. Забавный конь. Ветрозащита, кажется. Кажется, открылась. Эй, беглецы, глядя на эти здоровые стены, по дому не скучаете? Ого, опять этот чувств про беглецов и дезертиров. Ты посмотри-ка, да, ведь понимаешь, что ты нам нужен. Да, Рейна поручила на это дело, но ты... Просто, прости, умник. Но куда она, туда и я. Дядя, мне не нужна нянька больше. Тогда считай, что это наставник. Можно я буду тебя называть просто алкашом? А парень, а не промах ли ты, а... Дядя, ну у тебя правда похмелье. Вообще-то, я еще не до конца протрезвел. Бабачик, мы пытаемся это понять. Это какие-то отшельники. Коалиция строит поселение в центре от окраине. Фабрика в строительном центре посреди города. Забираем его и уходим. Его наверняка охраняет куча DB. Изгои не устраивали налет уже полгода. Используем эффект неожиданности. Работа вросла. Не застанешь ты, умник, никого. Мы раньше командовали DB. Ты помнишь? Да. Не в втором ли поселении ты им... Эй, это была не их вина. Упрямся тебе и правда не занимать, дитя. Так, пока пытаемся понять, за кого мы играем. Это какие-то повстанцы, рейдеры, захватчики. Видимо, что-то пошло не так. Ну, раскол государственный. Окей. Отлично. Там есть строительный центр, только надо понять, как в нем попасть. Наш единственный путь внес вниз. Пошли. Видимо, все автоматизировано, поэтому людей здесь нет. Еще две недели назад тут ничего не было, а теперь они строят целый город. Ну, рейдеры их больше не отвлекают, наверное, поэтому они ускорились. Так, мы сейчас немножко жалом поводим. Там что такое? Туда залезть нельзя. Я думаю, нужно идти прямо. Миллар подсказывает. Спасибо большое. Часовой нас не видит. Пусть дальше не видит. Хорошо. Так, пока у нас стелс. Прыжок на бегу. А, вот так вот. То есть новый такой функционал, если он прыгнет на бегу. Смотрите. Там коллекционных материалов нет никаких, сейчас буду посмотреть. Так, прыжок скольжения. Вот это вот интересно для PvP, наверное, будет интересная тема. Когда вы скользите, крутите, нажмите B вперед, зажмите вперед и нажмите B, чтобы... Посмотрим, секунду. Вот так вот. Шоквейв, пока непонятно. Мы разбираемся с этим. С самого начала. Мы наверх возвращаемся. Сначала спустились, теперь поднимаемся. Так. Лазит точно так же, как в предыдущих частях. Одной рукой. Лансер держит вниз. Ну, все достаточно канонично. Что это такое? Это один из местных обитателей цитадели. Помни, как в Mass Effect они чинили цитадельку и делали ее лучше и лучше. Вот здесь этот обитатель выглядит так. Это древняя раса предтечи, которая существовала задолго до появления людей. Он сейчас вот конструирует нечто. Высоко прецизионное устройство, вы наблюдаете. Действительно, отлично сконструированная штука. Ой. Хорошо, что это был строитель, а не наблюдатель.
Так. А это тоже автоматическая штука? Там никого нет внутри, что ли? По-моему, это какой-то экзоскелет вообще. Никто не знает, что они делают уже, да, 1000 лет. Совершенно верно, современно. Да, слушайте, он автоматический. Мне кажется, Йофи прав. Это что-то наследие Эллен Рипли. Там человек сидит, Сана? Да ладно, подожди. Я что-то не видел там никого. Человек сидит? Да нет там человека никакого. Может быть... Ну, кто-то там сидит, по-моему, внутри, но это... Вот лейзер, тот же вопрос. А вы видите там кого-то? Я что-то никого там не вижу. Ну, понаблюдайте. Не, никого не вижу, он загораживает. Ребят, ну тут нужна экспертиза исключительная по огромным экзоскелетам. У меня их, к сожалению, нет. Если у кого-то есть, то давайте подумаем насчет этого. В любом случае, исследование лучше проводить на фокус-группе. В роботе сидит робот. Вот. Никуль предложил, что в роботе сидит робот. Лодки охраняют лодки. Также и это тоже. Нас запалили тем временем. Ага, вот именно такая штука сидит внутри этого экзоскелета. Да, я все улажу. Гражданин, вам запрещено. Бац, все уладили, да, ну конечно. Это робот. Тут нет граждан. Правда? Ну а чего? Слово «граждане» означает, что мы повинуемся власти, а... Я принадлежу к общине анархистов. Гражданин, ваши... Да, ваши права сейчас будут защищены, я так смотрю. Ну, значит, нам нужно прокинуть парням гранату. Ой, этот не так просто, слушайте. Гранат, по-моему, повисла сейчас у меня вот здесь вот. Чуть, подождите, это не граната, это его, видимо... О, это прям как в Metal Gear Rising, ребят, это не граната. Это, видимо, кусок его позвоночника. Повис. Они с гнашерами, что ли, все? Помогай, поднял. Ну, роботы весьма медлительны, надо сказать, поэтому поаккуратнее, конечно. Отлично, они знают, что мы здесь. И что теперь здесь? Простите, умник. Теперь новый план. Прорываемся к фабрикатору. Фабрикатор. Так, у нас есть каратель с шокером. Я не уверен, что стоит его брать. Каратель с шокером. Хотя можно попробовать. Всем еще раз доброго вечера. У нас сегодня ознакомительный стрим по только-только вышедшей Gears of War 4. Эту игру я ждал долгие годы, и после третьей части не было понимания, выйдет ли она. Вышел Judgment, но это был приквел. История Брейда. Отличная игра, но тем не менее это... А здесь у нас четвертая часть. И за ночь спрашивает, можно ли их пилить ножовкой, посыпятся ли шестерни. Но у меня пока лансера-то нету, можно попробовать взять у кого-нибудь. Но я не думаю, что он отдаст. Игра основана на реальных событиях, безусловно. Костол хочет, чтобы я стрельнул помеху. Ну давайте попробуем. Безусловно, на реальных событиях основана игра. Что-то ничего не происходит. Это ремонтный, ребят, экзоскелет. Он выполняет проверку и установку заклепок. Ничего не происходит абсолютно. Я только патроны трачу. Илья, приветствую. Стример, не знаю о ком-то. Меня зовут Манти. Очень приятно. Тебя же зовут Илья, меня зовут Манти. Давайте немного более обличим наше общение. Я стримлю с консоли, да, потому что у меня слабый ПК. Его хватает только на ультрафаст.
Поэтому я стримлю с консольки. Посмотри на цифры на дисплее заклепчика, они меняются. Так, займите бронзовую сторону, удерживая. Займите бронзовую сторону. Пытаюсь понять, что он от меня хочет. Займите оборону с другой стороны укрытия от противника. Ну, я занял оборону, хорошо. Вот. А, ну только конкретно в этом месте можно было занять оборону, отлично. Все ясно. Понятно. У нас обучалочка. Казнь можно провести, ничего себе, вот это да. Кутые в герзах. Это что-то новое. Ничего себе. Слушайте, ну это easy kill, упрощение игровой механики. Значит, в мультиплеере тоже можно будет использовать. Это как в Halo, когда вы зажимали... Помните, когда вы зажимаете RB и, соответственно, можете произвести казнь? Здесь тоже это теперь есть. Там это называлось Assassination. Ну, это здорово. Cinematic Experience по-любому. Это радует, немножко я зафейлил. Ревенант, привет. Ну, можно попробовать применить казнь к локустам будет. Бабайчик. Дюр, я странно теперь стал относиться к тебе. Ты, по-моему, ты пытаешься троллить, дружище. Я тебя тоже люблю как родного, потому что ты на стримах уже очень давно, но все равно ты пытаешься заниматься троллингом, а троллинг — это негатив, а мы на Good Game приходим получать позитивные эмоции. Ты просил постримить рекорд, я постримил, ты даже не оценил, не сказал спасибо. Это у нас называется ищейки. Продолжаем знакомиться с бестиарием новой части. Добавились роботы. Вот видите, ищейки теперь появились. Поэтому, Юрыч, пока ты... Я хотел тебя летописцем сделать, но видишь как. Не получилось. Так, хранители. О, это можно пинать их, знаете, как мячики. Шокуэйв, на самом деле обидно. Обидно. Я вот никогда не троллю и жду от вас того же. Потому что мы же все-таки не на Твиче. Здесь мы все как дома. Good Game — это наш дом. Сейчас, правда, в доме небольшой беспорядок, потому что новая версия дома. Как при переезде. Я вот недавно переезжал, у меня тоже в доме был беспорядок. Но ничего, навел же ведь порядок. Ой, ё-моё. Поэтому на Good Game также скоро наведут порядок, отладят функционал, и все будет так, как мы с вами любим. Очень много негатива я выслушал в последнее время, хоть и вышел из социального пространства Good Game, потому что, ну, как бы стримить могу не часто, в основном только по вечерам сейчас. И заработать. Патроны есть вообще, ребята? Итру, на данный момент, конечно, 30 FPS, потому что плата захвата больше не позволяет сделать. 30 FPS, 1080p. Ну, с такого расстояния из Гнашера это хорошая история. Зан, ты знаешь, я только начал играть. Мне понравились реверансы в сторону предыдущих частей. Рассказанная история в любом случае. Ребят, я не скрываю, что Герза в первую очередь это мультиплеер. Это всегда так было. Для меня тоже. То есть нас ждут огромные часы мультиплеера здесь. После того, как мы с вами освоим вместе с нашим сетапом рейд в Destiny, Wrath of Machine, мы обязательно с ребятами будем играть в Герзу и много. Я надеюсь, что меня поддержат коллеги. Надо патроны взять здесь.
Мне мультиплеер очень интересен. Я много наиграл в предыдущей части. Мне кажется, что переиграть эту часть в мультиплеере будет тоже очень интересно. Игра рассчитана на кооп, я пока играю один, потому что не смог ни с кем договориться, так как сегодняшний стрим, конечно, немножко спонтанен. Так, я немного упустил, о чем они говорили, извините, отвечал на вопрос. У них там какие-то междоусобицы семейные. Я согласен, Зан, что игру любят за главного героя. Мне тоже история Маркуса близка, поскольку даже Джаджмент вошел немножко не так, как должен был бы войти, конечно. Но там были персонажи, которые тоже всем дороги. Например, Коул — отличный персонаж, я считаю. Ребят на Твиче, низкий поклон всем, кто смотрит. Ну, приоритетно более... мониторится чат Гудгейма, потому что он находится в парсере левее. Мониторчик второй маленький, на котором я мониторю 14 дюймов, поэтому тоже сложно мониторить все. Простите, пожалуйста, если не читаю чьи-то сообщения. А Вул, что ты там пишешь? Что-то много стало. Мы находимся во втором кольце строительства. Видите, здесь уже более элитарный район такой построенный. Сегодня очень много людей на стриме, 23 человека. Это хорошие цифры. Какой удар в прыжке, о чем ты говоришь? Ногой в прыжке можно ударить. Обалдеть. Это как то же самое, как про укрытие, только удар ногой. Сложно сказать сколько. Надо посмотреть статистику работы серверов. Judgment играла уже где-то год назад очень мало, конечно, народу. Эта часть, я думаю, поживет долго. Так. Джерика говорит, расскажи о себе, первый раз на трансляции. Я скромный фан-стример с социального портала goodgame.ru. Это портал, ориентированный на киберспортсменов. Пытаюсь сейчас в данный момент набрать аудиторию на стримах. Стримлю недавно. Для меня это новый experience. На Goodgame я достаточно давно, с открытия сайта. Но процедуру регистрации прошел также недавно. Сегодня, кстати, один из первых дней основания новой вехи, новой главы в истории Goodgame. Это открытие новой платформы, нового сайта. Поэтому зайдите, не постесняйтесь, посмотрите. Для вас работают лучшие профессионалы. Из HQ, прямо из Белгорода. Из штаб-квартиры ГГ. В любом случае, всех очень рад видеть. Сегодня на Твиче у нас больше 3 человек. Обычно приходит один, это Джозеф, наш комьюнити-менеджер с ГГ. И дополнительно приходит еще Манти в двух вкладках. То есть я открываю специально две вкладочки в браузере, чтобы, ну, зрителей было побольше. Ведь это приятно. Адуван, привет. Как твои дела? У меня кончилось. Кончилось все вообще практически. Они очень меткие. Проклятые. Низкий поклон, Джерика. Лучше на ГГ приходи. Там есть Юр, Финочка, Кастрол, Нубасик, Бабайчик. И еще человек 20 примерно. Описание на Твиче сделать? Я, к сожалению, пока не знаю, как толком это сделать, ребят. Я обязательно это попробую сделать, потому что, ну, времени мало. К тому же я не профессиональный дизайнер, я скромный инженер.
фотошопом я на «вы». Надо попробовать. Лодирон, да, я собираюсь попробовать это сделать. Я не вижу проблем для этого. Ну, если успею, если смогу. XM, привет. Ну, слушай, поскольку лички на ГГ больше нет, я думаю, что куда-нибудь в другое место. Ну, в Телеграм, например, можно попробовать. Вы знаете, у меня серьезные проблемы с боеприпасами. Меня зовут в реале. Меня в реале зовут Вениамин. Любимые жанры игр, сложно сказать, у меня мало игр очень, у меня было мало игрового опыта. Мне понравилась игра Dark Souls, немножко в нее поиграл в свое время. Ну и на этом, блин, на второй консоли, тоже забываю, как она называется постоянно, Sony, на консоли Sony, очень понравилась игра про охотника там что-то. Тоже мне понравилось, поигрываю тоже иногда, но вообще времени мало. Но Dark Souls очень нравился. Герза, да, великолепно. Нет, новая часть — это представитель конвергентной платформы. Концепция Xbox Play Anywhere. Если покупаете игру на Xbox, она доступна и на ПК вам. Вот Адуван советует попробовать Sims. Говорит, очень на аудитории сказывается положительно. Слушай, ну тут нужно провести исследование данного бизнес-кейса, как это сказывается на аудитории. Я не смотрел цифры. Возможно, ты прав. Генсомнис, привет, стример. Джерико, я играю в основном в консольные, да, в консольные игры, потому что, ну, компьютер у меня не очень мощный, не могу позволить. Там патрон есть. Бэтмен, спасибо большое. Господи ты, боже мой. Бэтмен, что с тобой случилось? Бэтмен что-то у нас сломался. Это тестирование было, понятно. Бэтмен выполняет тестирование. Нет, ребят, с Бэтменом все в порядке, это тестирование. Новая версия сайта нуждается в тестировании пользователей. Спасибо огромное за тестирование, Бэтмен. Гидрогаш, мы с тобой просто как братья-близнецы, потому что в далеком 2006 году я поступил так же. Я встал на этот скользкий путь и не могу теперь с него сойти никак. У нас тут... Так, ищейки у нас. Ищейки зажали меня немного. Как он ногой их пуляет? А, вот так, забавно. Ой-ой-ой. Финч говорит, мы тоже тестируем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Осторожно. Простите. Если у тебя есть PlayStation 3, реально с тобой во что-нибудь сыграть? Спрашивает Джерик. Джерик, ты знаешь, ну, на PlayStation 3 я играл немного. Блин, опять Да, тут сейфпоинты жесткие. На PlayStation 3 я немного играл, сейчас она находится у меня в коробке, надо ее доставать. Можно попробовать. Можно попробовать. Так, гранат нет. Мы здесь для того, чтобы вам было хорошо. Да, для вашего хорошего самочувствия мы вас будем обстреливать.
просто так. Напалмик, ты знаешь, мне тоже так показалось, что игра, во-первых, она выполнена теперь на другом движке, но в угоду тому, что она стала более светлой игрой, безусловно, добавили палитру, гамму подкрутили. В доме на второй полке вроде документ лежит. Надо попробовать сейчас их забрать. Сейчас возьмем. Отваливаются детальки, но... Да, тут с сейфпоинтами надо быть поаккуратнее. Сложность высокая, поэтому надо поосторожнее, конечно. На Nintendo у меня есть Zombie U и Bayonetta. И все. А, Марио еще. Alright, we're in the second ring. We should be getting close. Blind Forest, но игра-то есть же ведь на этом. На ПК, поэтому. Слушайте, они какие-то прям супер деревянные. Вот дали бы лоншот, вот получше было бы, чем Маркзу. Что он сказал? Не, Костол, игра, она не изменяет себе. Все хорошо с ней. По крайней мере, пока. Уже было вступление. Нам сейчас нужно просто... Так, у нас там ищейки пошли. Побежали. Аккуратней. Тихо-тихо-тихо. Аккуратно работаем. Тихо-тихо-тихо. У меня патронов вообще нет. Сейчас доиграюсь. Да, мне придется пистолеты их расстреливать сейчас. Леонардо, я в мафию, к сожалению, не играл. Времени нет совсем. Очень жалко, что нет гранат. Не могу оказать должной поддержки сейчас. 5-5-5-5. Что ж такое-то? All right. We're in the second ring. We should be getting close. Look alive! DB's incoming! Engaging! Нет, ну это не очень хороший выбор, конечно, был. Great. Commencing reload. Blind Forest, ну, возможно, его нужно просто почистить. Промыть радиатор. Так, одного нет, хорошо. Второго нет. Хорошо. Насажали в голову. Третьего нет. Все нормально. Так, аккуратненько дальше. Патроны есть? Еще одного нет. Хорошо. У нас тут роботы. Оп. Прикольно отшвыривать их на самом деле. Так, самое главное, чтобы они не взорвались здесь у нас под носом. Так, по головам, ребят. Будем экономить патроны, потому что, ну, это как бы действительно ценный ресурс в данном случае. Где голова? Не попал немножко. Мне кажется, она бьет на малую дистанцию.
4 патрона осталось. С двух выстрелов в голову забирает Маркса. Так, все, короче, 2 патрона надо брать впереди. Боезапас лежит. Не-не-не, назад. Назад, сейчас помру. Так, 2 робота, это серьезная проблема на самом деле, потому что могут пострадать. Драгоценные минуты. Не попал в голову. Не попал в голову снова. Плохо, пистолет. Но не тот вариант, конечно. Тяжелая броня. Да я не могу к ней подойти, ну басик, сейчас меня снимут просто. Давай добьем уже так. Подбили одного, помогли мне напарники. Так, не забываем про журнал в магазине. Затвор немножечко не справляется, да? Так, аккуратно. Я все-таки пока такой сетап оставлю. Зло. Microsoft Studio не делает игры на PlayStation 4. Это игра Microsoft эксклюзив. Она есть только на платформе Microsoft. То есть это на Juan и на, соответственно, как ты правильно сказал, ПК. В данном случае ты наблюдаешь консольную версию. Ну, можно попробовать на ПК поиграть, правда, не думаю, что она запустится. Так. А где журнал-то? Вот этот журнал, да? Спасибо большое за подсказку. Уверен, не раз перепройду еще, поэтому, ну, все равно как. Интересно, это максимальный уровень сложности или доступен еще более сложный? Потому что эта игра по-настоящему раскрывает себя только когда вы играете с друзьями. В ней совершенно замечательный кооп был, причем замечательный кооп был с первой части. Надо помнить про то, что сейвпоинт у нас еще очень-очень далеко за спиной. Ну, системные требования, да, жесткие к современным играм. Хотя, будучи на Игромире в этом году, я услышал про так называемое облако. Сейчас очень модные облачные технологии. Если компьютер слабый, вы можете попробовать запустить игру в облаке. Но, к сожалению, на том сервисе, на котором я пытался это сделать, игры в облаке нет. Мне предложили поиграть в другую игру. Это Battle Carnival, но пока как-то нет желания. Тоже амбициозный проект. Новый. Тоже шутер очень крутой. Но пока я в гири поиграю на консоли лучше. Обязательно Battle Carnival поиграем как-нибудь. Когда, соответственно, позволит компьютер. Ну, умный зараза. Эндорфин, привет. Вайнвуд, дождетесь. Я уже рассказывал, что работаем усиленно над этим. Я переводил, сабы писал вот недавно к интервью с поляком. Я не убил его, нет, вот он, видишь, только выполз. Петуки. Динсомнис говорит, что... Так где там чё? У нас, по-моему, сейчас проблемы начнутся. Там кто-то с другой стороны этой загородки. Вечер добрый, да. Сейва так и не было еще. Глазками смотрите по сторонам, может найдем чего еще тут где-нибудь. Так, тихо. Маркса осталось еще. Да, конечно, поработать по дальним целям.
Ой-ой-ой, куда-куда-куда? Мажешь же, еще драгоценные патроны. Роботам главное в голову стрелять, потому что так-то они достаточно жесткие. Где он? Что он там делает? Не пробили. Намазал, в голову не попал. Хелч, давай. Пока, спасибо за время, Хелч. Да я тоже скоро пойду, потому что время. Мой слот тоже скоро подойдет к концу. Заходи, Хелч. Так, впереди у нас еще один робот. Ты ладно, я не пробил, как так-то? Все вроде. Смотрите, строительный центр прямо за стеной. Может произойти чудо, и она сама опустится. Нет, придется идти в обход. Я не понимаю, в чем дело. Приказом моей матери рейды прекращены, а тут столько охраны. Приказом ее матери. Что, тебе разве не весело? Так давайте оглядимся и поищем проход. Они шутят. Война-то это не шутки, в общем-то. Вон, видите там? Центр строительства. Так. Сейчас подойду. Надо кое-что Так, раз, два, три. Ну, вы знаете, у нас есть еще некоторое время. Я думаю, еще минут 10-15 побегаем. Ну, сами понимаете, сколько уже трансляция-то идет. 2 часа 35 минут, между прочим. Хорошие цифры.
Давайте продолжим. Итак, нам надо перелезть вот туда или дождаться, пока она откроется, или как-то, в общем, попасть в центр строительства. Предварительно я предлагаю все-таки осмотреться. I know. Очень рад я вернуться на Серу, хоть и спустя столько времени, но она преобразилась, она стала более светлой. Игра обрела новый графический движок. Бабайчик, ну ты чё это? Ну, так, я же не могу так, ты же не прикасаться. Что такое? Просто тут все эти детские вещи. У тебя что, проблемы с детьми? Нет, я не люблю, когда мне говорят, что я должна их завести. Вот так вот. Женщина любит child free. Victory BLDVD. Ну, герой такой, да, какой-то. Ну, может быть, это нам расскажут, кто он. Я надеюсь. Найди свое предназначение, наше будущее. Это их будущее. Мы строим для них. Ну, понятно. Кальтер, ты знаешь, я не могу упрекнуть свою вторую половинку, потому что она что-то делает плохо или не делает по дому. Я думаю, что в любом случае совместная жизнь — это симбиоз. Как бы люди, которые живут вместе, они должны друг другу помогать. Поэтому если, ну, как бы я нахожусь в более выгодном положении сейчас, я ближе нахожусь к работе, несмотря на то, что у меня, ну, конечно, работа побольше, она более такая сложная, несмотря чем на работу супруга. Хотя у нее более творческая работа, она художник. Кстати, моя мама растила меня далеко от всего этого. Ну, нам же нужно как-то снова заселить планету. Да, и где нужно подписаться? Ну, то есть она не приветствует это все. А, ты про это? Ну, конкретизировал бы тогда. А то там написали сверху, да, Квишни... Бабайчик, точнее, недоволен был. Кнаклс, ну... Вот как-то так. Пока не за него. Может быть, его и не будет. Но я думаю, что главный герой игры у нас не поменяется. Скорее всего, так и будет. Это уже основная игра, это не приквел. Как было в прологе, это глава 1. Ну, я думаю, одной из главных героинь есть на то причина. Так, это что такое? Да ничего, все в порядке. Там строительный центр. Если они следуют уставу, а они всегда следуют уставу. Да, фабрика. Фабрикатор вот внутри прям. А это служебный проход, единственный способ попасть, да? Так. Давайте проберемся к этой двери. Так, а вы говорили, что можно поменяться. Ой. Что-то меняться не получается пока. Ну, никаких коллекционных предметов я здесь не вижу. Пойдем. Сонфера, ну, видимо, это знаешь как... некий construction deck. Как, например, в Command and Conquer. Как вариант. А, вот оно что. Так, это Retro Lancer. Слушайте, ну можно попробовать лонгшот взять у нее. Seems fair. Да, давайте, наверное, лонгшот возьмем, так будет попривычней. Вот, совсем другое дело. Ну, Баська, спасибо огромное. Так, у нас сейв-гейм прошел.
Хотя здесь как-то... Хотя посмотрим сейчас, может быть... Не... Здесь... Так. Ёпросто. Запалили нас. Конундрум, привет. А где враги-то? Ничего не вижу пока. Ладно, пошли пониже. Так, DB. Надо от них тут все поочищать. Это у нас роботы. Поаккуратнее надо. Да, лонгшот, конечно, посерьезнее намного. Там нас заваливают просто. Ой-ой-ой, так. Балтер, привет. Воюем в данный момент с роботами, которых мы нашли на Construction Yard'е одного из городов, новых городов коалиции. Да ёпрасто, что ж я дёргаю-то. Так, нет, вниз мы не пойдем. Вниз мы не пойдем, мы посидим сверху. Какие отличные смайлы, коты какие-то появились бегущие на ГГ. Не то. Давай. Так, и вот еще не аккуратно сейчас. Да, господи, отшвырнит его отсюда уже. Нас заваливает немножко этими самыми. Надо их подстреливать. Надо очень аккуратно все делать. Уровень сложности высокий, поэтому да, надо все заклинило. Зафейлил перезарядку. Так, переключаемся на лонгшот, смотрим, что там есть. У нас есть враги. Все, прям в жбан, отлично. Red Crown, привет. Сложность называется Insane, вроде. Так, зафейлил опять. Прошу прощения, надо... Все-таки с лоншотом поаккуратней. Пушка очень хорошая. Ё-моё. Да опять он... Тихо, попал. Так, тут тоже попал. Смотрим аккуратненько дальше. Нужно... Эй, JD, давай-ка проберемся туда до того, как придет еще подкрепление. Red Crown. Спустя много лет. 30 лет прошло спустя событий Gears of War 3. Нас погружают в новый сюжет. Мы играем за некую группу повстанцев, который выступает против коалиции. И находимся на одном из Construction Yard, как я уже сказал буквально минуты ранее, одного из городов, которые должны вот-вот заселить граждане. Вроде как с Локустом давно покончено. Что это за странный звук? Так, да, приближаемся. У нас там целая гора DB. Поаккуратнее по головам сейчас пройдемся. У нас еще искатели. Так, у нас все... Так, подождите, залезть сюда не можешь, да? Окей. Открыть, откатиться. Хорошо. Поиграли немножко в футбол. Ой, и зафейлил. Один патрон. Так, наверное, на Маркзу переходим. Аккуратненько, аккуратненько по головам. Так, спокойно. Шестеренки посыпались. Ну, почти. We are authorized to use force. Detain.
Так, тихо. Так, этого успокоили. Еще одна успокоили, поаккуратнее нужно. Так, куда он там? Экономлю патроны, ребят, потому что опасно. Можно попасть в неловкую ситуацию. Рыбомячики. Ну, они прикольно выглядят, на самом деле, эти забавные штуки. Ну, достаточно опасно они, потому что могут нас поставить в стан за счет своего вот этого стазис-поля, который там у них есть. Ну, поаккуратнее нужно просто. Так, это граната, по-моему. Шоковая граната. Шоковая граната при взрыве бьет током всех врагов в зоне поражения. Чтобы закрепить гранату на стене в качестве ловушки, нажмите Б. Все еще знакомит нас игра с нехитрым функционалом. Эй, Джиди, давай-ка проберемся туда. До того, как придет подкрепление еще. Нужно посмотреть, может быть, тут что-то коллекционное есть. Джиди, let's get inside before more shepherds. Так, трык-трык-трык. Всем проходим. И надо же, коалиция аннулировала наши коды доступа. Мы же теперь враги государства. То это, в коалиции вас учили взламывать простые звонки, да? Не учили, точнее, взламывать. С дороги, ну-ка, прошу прощения. Вот так вот взламывают замки. Слушай, это лучшее оборудование коалиции. Вряд ли... Вы двое за фабрикантом. Мы присмотрим за дверью. Oh, no, нет уж, нет уж. Здесь куда безопаснее, чем там. Оставайся здесь. Детки, двери закрываются. Окей, черт возьми. Так, давайте уже займемся грабежом. Да, наш фабрикатор должен быть на одном из этих складов. Ну, формально это их фабрикатор. Акт 1, глава 2. Туда и обратно. Я думаю, это хорошая якорная точка, дамы и господа, где можно закончить нашу сегодняшнюю трансляцию. В любом случае, поиграли мы достаточно. 2 часа 47 минут на трансляцию. Это хорошо для меня сейчас, потому что, ну, сами понимаете, работа. Увидимся завтра. А может быть, послезавтра. Но абсолютно точно еще увидимся на этой неделе. Завтра, скорее всего, наверное, не увидимся, наверное, раз обманул. Ну, посмотрим. Stupid Fox недоволен. Хоть пролог прошли, говорит. Ну, что поделаешь. Есть определенные нормы, в которые мне необходимо укладываться. Огромное спасибо всем, кто сегодня пришел на стримы. И отдельное спасибо всем, кто поддерживал трансляцию. Это не обязательно, но очень приятно. Юзи, привет. Кальтер, вам спасибо. Трансляции без зрителей, это напоминает мне о грустных временах, когда я только-только начинал в прошлом году стримить. Там было действительно тяжело. Сейчас появилась благодарная аудитория. Низкий поклон. Так, ладненько. Стрим, скорее всего, будет завтра, либо в четверг. В любом случае есть... Хотя, кого я обманываю, ВКонтакте анонса, как всегда, не будет, потому что ВКонтакте в 2016 уже не пользуется никто из-за того, что сеть стала... пронизана рекламой. И комьюнити ВКонтакте мы используем исключительно для тех, кто там состоит, для того, чтобы хоть как-то напоминать о том, что трансляции все еще проводятся для вас на этом канале, как всегда. Возможно, на следующем стриме мы будем играть вместе с Номичем, либо с Йофи, либо с Асинаром, либо с Солом, либо со Свитколдом, либо еще с кем-нибудь. Либо кого-нибудь встретим просто на полях Гудгейма, где анонсы стримов получать Telegram. Анонсы стримов в Твиттере. Сол говорит полный... А, ну даже так. Вот так вот. Это хорошо, Сол. Понимаешь, самое главное оставаться вот на связи и быть ближе. Андрюх пришел уже под конец. Говорит, хм-хм, Андрюх, ну... Могли бы и с тобой, если бы был бы Хуан, не проблема. Я же всегда открыт. Всегда открыт и готов есть тряпки. Я же помню. Помню тот наш легендарный бой. Я недавно рассказывал о нем супруге. Когда играл в Хейла в очередной раз. Там есть замечательная карта. Ремейк Хевена
в пятом Хала. Замечательная карта. Я вспоминаю то время, когда играл в четвертый Хейла. Пятая, она совсем другой, не такой, как четвертая. Ладно, огромное спасибо за трансляцию. Если в игре доступен кооп на четверых, нужно будет продумать это. В любом случае был стрим спонтанный, ну, хотя я его планировал. 8:30 вечера. Raising Star, это взаимно. Это взаимно. All around me are familiar faces, worn out places. Приходите на Good Game, смотрите трансляции. Стримеры Good Game стараются ради вас. Команда разработчиков также очень вовлечена в работу и хочет сделать для вас сайт лучше. Я думаю, что не стоит ворчать на них за то, что они сделали что-то не так, как вы привыкли это видеть, потому что с возрастом мы становимся более ленивы, наш мозг, он отключает выработку некоторых нейромедиаторов, которые отвечают за обучаемость. Нужно следить за уровнем ацетилхолина и других холиновых составляющих, чтобы оставаться теми, кто мы есть. Иначе мы рискуем просто угрязнуть в череде обыденности и будней. Обновление сайта — это хорошо. Не все работает четко пока, к сожалению. Местами Good Game работает как часы, я должен работать как стрим-сервис. Но все это будет поправлено в самое ближайшее время. Я уверяю, что саппорт рассматривает все жалобы. И действительно, вы делаете важную работу в качестве бета-тестеров, тестеров Good Game каждый день. Каждый из нас вкладывает что-то в сайт, частичку себя, потому что это важно. Всем спасибо. Вопрос, к кому обратиться. У меня в приложении прем не работает. На саппорт? На саппорт, конечно же. Blind Forest, если это не issue bug, known issue bug, это новый баг, то пишите Михаилу на Майкер Good Game.ru. Миша сегодня был на трансляции. Это для меня без сомнения большая честь, потому что Михаил всегда был альма-матер того, на что нужно равняться в части стриминга, разумеется. Я, к сожалению, давно уже не посещал стримы Миши, хотя периодически захожу посмотреть, как он играет в FIFA, но ничего не пишу в чате, потому что в Warcraft я мало чего понимаю, но всегда приятно посмотреть StarCraft, если Мишка его стримит. В нашем безумном мире важно чувствовать якорь и привязанность к каким-то конкретным постулатам. Ладно, все, пошел я. Всем доброго вечера. На Ютубе выложу, будет запись.